Ну что, мы с вами продолжаем изучать послание к Ефесянам. И как вы уже заметили, апостол Павел потихонечку переходит от теории к практике. Он заканчивает довольно-таки объемный богословский раздел, заканчивает его учением о духовных дарах. Все это было сказано в контексте вот учение о подарках Божьих, о том, как Бог облагодетельствовал Церковь. И поэтому, когда Павел говорит о духовных дарах, он делает такой очень э, плавный переход к тому, что вот эти духовные дары должны подтолкнуть вас к мысли об изменении вашей жизни. Сегодня мы будем изучать следующий фрагмент, который можно характеризовать так что в мире на самом деле очень много различий и противоположностей. Вообще в мире всякие видят свое, каждый является в чем-то профессионалом и, исходя из своих профессиональных качеств, склонен все оценивать ну, по-своему, индивидуально. Есть даже история про то, как некий художник написал портрет, казавшийся ему гениальным, и пригласил своего друга, врача. Оценить, так сказать, это произведение искусства. Ну, врач смотрел на портрет, смотрел. И на вопрос, ну как, ответил, знаешь, по-моему, двухстороннее воспаление легких. А различия между людьми это вообще естественно. Но а, кардинальные различия приводят к тому, что у людей по-разному складывается судьба. Действительно, одна судьба у наркомана, другая судьба у святой Терезы Калькутской. Разность привычек рождает разность судеб. И особенно эта разница проявляется всегда между крайностями. Поэтому апостол Павел, начиная следующий раздел, говорит о великой разнице, буквально пропасти, которая лежит между христианами и нехристианами. К сожалению, в современных евангельских церквах эта тема набила оскомину, о том, что мы должны отличаться от неверующих, и чаще всего это связывают с определенным фасоном одежды, с прослушиванием определенного стиля музыки. И поэтому, может быть, сама эта тема, различия между верующими и неверующими, ну, воспринимается как-то в штыки. Апостол Павел здесь ничего не написал о музыке или о пристрастиях в фасонах одежды. Но, тем не менее, он говорит, что различие между верующими и неверующими существует, и оно проходит через область наших поступков. Поэтому следующий фрагмент начинается со слов апостола Павла: Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Слово поступать означает. Некий привычный маршрут движения. Ну, например, я знаю, как я передвигаюсь по Москве. Я знаю, как доехать э, в церковь. У меня есть привычный маршрут моего движения. Э, на станции метро Комсомольская я сажусь в поезд, доезжаю до Лубянки, пересаживаюсь на Кузнецкий мост, еду до улицы 1905 года. В принципе, в Москве этот же самый, э, к этой же самой цели можно при, приехать. Сотнями других разных способов. В любом городе это так. Но мой обычный маршрут вот такой. Мне может что-то взбрести в голову, и я могу поехать кружным путем. Я все равно попаду в свою точку, но это не будет мой обычный маршрут. Вот э, слово поступать, оно означает привычный маршрут христианины. Конечно, с него случаются отклонения. Христианин иногда сбивается с правильного пути. Но тем не менее, апостол Павел говорит, ваши поступки, ваш привычный жизненный уклад должен быть именно таким. И именно этот уклад должен свидетельствовать, что между христианами и нехристианами нет ничего общего. Давайте наш текст прочитаем с вами. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Между христианами и нехристианами нет ничего общего. И в начале апостола Павла занимают не детали наших поступков, об этом он будет говорить позже, но он пытается вначале объяснить, почему же между христианами и нехристианами нет ничего общего. Почему между ними такая пропасть? Ведь, казалось бы, ну, эта пропасть должна лежать только где-то в области верований. На самом деле она гораздо глубже. Давайте посмотрим. Здесь апостол Павел приводит, по крайней мере, три доказательства существования великой пропасти между жизнью христиан и нехристиан. Во-первых, об этом различии свидетельствует Господь. Павел начинает с очень сильных выражений. Он говорит, посему я говорю и заклинаю Господом. Другими словами, я призываю проклятие в вашу жизнь, Господня, если это не так. Я призываю проклятие, если я не прав и на свою жизнь. Я заклинаю вас Господом. Вот как сильно апостол Павел он желает донести до нас эту истину. Об этом различии свидетельствует Господь. Все, что мы слышали о Христе, говорит нам об этом различии. В 21 стихе Павел говорит, потому что вы слышали о нем. Христос никогда не жил по законам этого мира. Он всегда жил ценностями небес и ни в чем не шел на компромисс с грехом. При этом, поразительно, он был другом мытарем и грешником. К сожалению, про многих современных праведников в кавычках такого сказать нельзя. А во Христе миру был явлен парадокс поведения. Он был другом мытарем и грешником, но они не развращали его, не влияли на него в плохом смысле. Обычно в мире происходит все по-другому. Здоровый, если придет в общество больных, ну, там, гриппом, скажем, вот ну, представьте, все в комнате кашляют, чихают, заходят туда здоровый, и здоровый не может их заразить своим здоровьем. Ну, так было бы глупо, что раз все и вы вылечились. Как раз наоборот происходит. Здоровый заражается. Или если человек в белоснежной рубашке, там, в белоснежном фраке, придет в общество там, грязных шахтеров, только что вышедших из забоя, и станет со всеми обниматься, то он не очистит шахтеров, а скорее испачкается сам. Так вот, Христос явил миру парадокс. Он приходил в общество мытарей и грешников, но не он от этого становился хуже или грязнее, а мытари, грешники, проститутки, Становились совершенно другими людьми, они очищались. Грешники становились святыми, воры превращались в ультруистов-фанатиков, а значит, женщины легкого поведения являли собой образец христианской добродетели. Кстати, Иисус Христос, Он собирает нас, как мы говорили уже в прошлых наших беседах. Христос собирает нас иногда двоих и троих, и. Способен и с нами вот это вот производить чудо. Таким образом, Христос свидетельствует, что есть все-таки различия, эдакий парадокс. Туда, куда приходит настоящий верующий, соединенный с Христом, там происходит такое же чудо. Там грех уходит и приходит праведность. Все, что мы э, знаем о Христе, все, чему учил Иисус, Говорит нам об этом различии. Апостол Павел продолжает свою мысль в двадцать первом стихе. И в нем научились. Господь Иисус Христос в своем учении неоднократно подчеркивал, что нет ничего общего у света с тьмой. Вспомните в Евангелии от Иоанна, мы читаем об этом. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иисус говорил, Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство мое, служители мои подвязались бы за меня. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. Эти слова свидетельствуют о коренном различии между теми, кто идет за Иисусом, и теми, кто не идет за Ним. И водораздел вот этой разницы, этих различий, отношение к истине. В 21 стихе Павел поясняет вот эту свою мысль, так как истина в Иисусе. Иисус сказал, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Сегодня людям это понять невозможно. Ну как это? Прийти к Богу можно только через Иисуса Христа. Наверное, есть много путей. И вот апостол Павел здесь говорит, истина в Иисусе Христе, все дело в отношении к истине, в вере в то, является ли Иисус истиной или нет. И красноречивым примером человека, который э, совершенно не похож на последователей Христа, э, в Евангелии изображен, конечно, Понтий Пилат. А ведь он, пожалуй, самый лучший из всех людей, которые окружали Христа в момент его распятия. Он единственный, кто до последнего боролся за то, чтобы Иисуса Христа не распяли. У него были какие-то угрызения совести и так далее. Он действительно вроде бы хотел добра Иисусу Христу. Но вспомните, когда Христос говорит Ему: Всякий, кто от истины слушает голоса Моего, Пилат сказал Ему, что есть истина, и, сказав, это опять вышел к иудеям. Вот поразительно. Человек, которому не открывается истина, который не следует за Христом, даже при благих побуждениях, когда нужно выбирать между тем, что правильно, и между тем, что легко, он выбирает то, что легко. Так сделал Пилат. Он знал, что правильно отпустить Иисуса Христа, но легко было его предать на распятие, потому что ему сказали, иначе ты не друг Кесарю. Человек, который э, не следует за Христом, он задает вопросы об истине очень часто, как Пилат. Что есть истина? Но у него никогда нет мужества выслушать ответ. Пилат задает вопрос и уходит, не выслушав ответа. Человек, который не идет за истиной, ищет в первую очередь своей безопасности и комфорта, а не истины. Так поступил Пилат. Ему показалось, что если он вступится за истину, вся его жизнь пойдет на смарку. Ну, кстати, так и случилось. Предание говорит нам о том, что Понтий Пилат вскоре после распятия Христа сошел с ума. И говорят, что он постоянно требовал воды и мыл свои руки. И никак не мог их отмыть, потому что пятна крови казались ему несмываемыми. Человек, который не идет за истиной, потакает желанием большинства, распни его, кричит большинство. А большинство не может быть неправо, рассуждает такой человек. И ему удобнее поступить так, как требует большинство. Таким образом, Господь свидетельствует о том, что между нами и миром есть большая разница. Потому что для христиан истина важнее всего, важнее собственной безопасности и комфорта, важнее наших каких-то предпочтений, важнее удобства нашего, важнее желания большинства. Господь говорит, есть между вами разница. Поэтому вывод здесь такой. Следуйте, сделайте свой выбор в пользу истины во Христе. Следуйте за этой истиной. Но есть и второе доказательство, к которому прибегает здесь апостол Павел, второе доказательство о различии между христианами и нехристианами. Об этом различии свидетельствует жизнь неверующих. Апостол Павел говорит: Посмотрите, как жили вы раньше. Как поступают прочие народы? Их рассудок поражен грехом, говорит апостол Павел. Буквально они поступают по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. Если переводить э, вот эту фразу буквально на наш современный язык, можно сказать, их разум ослеп. У них нет цели в жизни, они ее не видят. Жизнь человека неверующего бесцельна и безрадостна. Об этом свидетельствуют даже анекдоты. О чем, в чем, собственно, смысл жизни, вопрошают они друг друга. Или, как в анекдоте, там, доктор, я буду жить, спрашивает пациент. Доктор отвечает, а смысл какой? Смысла нет. Эйнштейн говорил, что наше время характеризуется многообразием методик и практически полным отсутствием цели. Люди знают ответы на вопросы «как?». Ну, как? Там, как построить семью? Как реорганизовать экономику? Как обустроить Россию? Как сделать свой бизнес успешным? Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Ответы на вопросы как многочисленны и многообразны. Нет ответа на единственный вопрос. Зачем? Люди не знают, зачем все это нужно. К чему это все приведет? И они не видят опасности своего положения. В Писании сказано, на скользких путях ты поставил их, и не свергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. В знаменитой своей проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога» Джонатан Эдвардс очень хорошо описывает вот этот феномен. Человек, стоящий на скользких путях. У вас тут много скользких путей вокруг э, этого места. Вы хорошо понимаете, о чем идет речь? Когда человек находится на скользкой дороге, он всегда подвержен опасности упасть. Он не знает, когда упадет. И его падение фактически неизбежно. Ничего не нужно делать специально, чтобы он упал. Собственный вес его тела увлечет его к падению. И грешники, находящиеся на скользких путях, не понимают, что только Божья рука удерживает их от этого падения. Их рассудок поражен грехом. Они пытаются жить независимо от Бога. 18 стих. Отчуждены от жизни Божьей. Это все равно, что цветок попытается жить отдельно от почвы. Скажут, я не хочу жить в почве. Буду жить отдельно. Но он, конечно, погибнет. Или тело попытается жить отдельно от головы. Скажут, зачем мне голова? Там, лишние соблазны буду отдельно жить. Или рука захочет жить отдельно от тела. Быть отчужденным от жизни вообще это ужасно. Не так давно весь мир вспоминал блокаду Ленинграда. Я читал воспоминания, дневники Ольги Фрейденберг, женщина, которая пережила блокаду. Она описывает действительно ужасный мир, потому что Ленинград был отчужден от жизни. Была дорога жизни, если снабжение прерывалось, то люди просто умирали. Заходят в магазины, света нет, электричества нет, ощупывают друг друга, ощупывают последнего в очереди, идут на голос, умирают здесь же в очереди, заходят друг к другу на 10 минут, садятся и умирают, выходят за водой, умирают на улице, заходят в подъезд, умирают. Тотчас милиция похищает их продуктовые карточки, трупы не хоронит. Это ужасно, быть отчужденным от жизни. Грешник, пытающийся жить независимо от Бога, это такой духовный блокадник, который сам себя от жизни отлучил. Далее Павел говорит, незнание их сущность, по причине их невежества, невежество присущие им, Источник познания для них это человеческий разум. Мы с вами говорили о том, как разум бывает обманчив. Человек не в состоянии оценить, что ожидает его дальше. Он не в состоянии мыслить категориями истинных ценностей. Ему кажется, что ценно вот это, на самом деле ценность совершенно в другом. Мы не способны предугадать, что принесет нам будущее. Незнание их сущность. Без Бога знание невозможно. Все, что они могут, это уповать на свой разум. Ну а разум, вы знаете, массу оптических иллюзий. Разум обманывает нас подчас. Они ожесточили свое сердце. В 18 стихе Павел говорит: И ожесточение сердца их. Есть такое учение, согласно которому. Бог ожесточает сердца людей по своему усмотрению. Я не думаю, что э, это правильно. В Новом Завете глагол об ожесточении сердца встречается шесть раз и везде относится к человеку, который сам свое сердце сделал жестоким. Что значит ожесточил сердце свое? Это означает, что Бог стучался в сердце, но человек Уходил как бы намеренно отворачивался от голоса Божьего, и сердце постепенно черствело. Ну, как знаете, цементный раствор становится все более и более твердым. Если вы смотрели какой-нибудь ну, глупый фильм про итальянскую мафию, там очень популярна такая казнь, когда осужденного ставят в тазик с цементным раствором, и он должен что-то там сказать, пока раствор не, не затвердеет. Если раствор затвердеет, его сбрасывают в реку. А э, если э, человек превращает в такой раствор свое сердце, это ужасно. Даже в Ветхом Завете, в истории с фараоном, когда Бог говорил, ⁇ Я жесточу сердце фараона ⁇ если мы читаем внимательно книгу ⁇ Исход ⁇ то мы увидим, что... Шесть раз фараон сам ожесточал сердце свое, и только в седьмой раз, в девятой главе книги Исход, Господь ожесточил сердце фараона. Всего вообще об этом ожесточении э, говорится 12 раз в книге Исход, и восемь, э, вернее, 7 раз из них госп... 7 раз фараон сам ожесточает свое сердце, и только пять раз Господь уже ожесточает. Из этого мы можем сделать вывод, что Господь ожесточает сердце того, кто ожесточил его самостоятельно. И в первой книге Царств, в шестой главе, в шестом стихе, э, дается оценка всему этому процессу. Для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними. Ожесточение ⁇ это выбор человека. Это не какое-то суверенное действие Бога, который, ну, по своему усмотрению, ожесточает чье-то сердце. Это выбор неверующего. Они также утратили чувство пагубности греха. Посмотрите в 19 стих. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Грех им кажется чем-то самим собой разумеющимся. Они даже не чувствуют греха. Подумаешь, развод, ну так все делают. Подумаешь, воровство, так все поступают. Подумаешь, списывать там в школе, подумаешь, э -э -э, ну или на экзамене. Ну как бы совершенно люди не чувствуют обмана, совершенно они не чувствуют греха. Я где-то слышал про такой довольно жестокий способ охоты на волков, которые применяют жители Крайнего Севера. Делается это так. Нож, острый нож, обмакивают валенью кровь. Потом выносит его на мороз, и кровь застывает на ноже таким довольно-таки толстым слоем. И вот множество таких приманок втыкают острием вверх в тундре, вот в этот наст снежный. И волк, чувствуя запах крови, даже не замечает запаха человека. Вот запах крови перебивает для волка вот этот опасный запах охотника. Волк подбегает к приманке, начинает слизывать оленью кровь, пьянеет от этого процесса, не может остановиться и не замечает, как порезал свой язык, пьет свою кровь. И волки умирают от потери крови возле таких приманок. Примерно то же самое происходит с грешником. Вот здесь апостол Павел говорит, они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Никогда не удовлетворится их похоть. Никогда их желание греха не принесет им удовлетворение. Они никогда не насытятся, но они просто не в силах остановиться. Поэтому апостол Павел умоляет, не подражайте грехам этого мира. Посмотрите, каковы они. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ну и, наконец, третье доказательство различий между христианами и нехристианами. Об этом различии свидетельствует жизнь верующих. И поэтому 20 стих начинается со слов ⁇ Но вы не так познали Христа ⁇ Христиане вступили в тесное общение с Христом. Познали это не значит просто э, приняли какую-то информацию. Познали это именно вступили в общение. Мы не просто знаем о Христе. Мы знаем самого Христа. И в этом большая разница. Мы очень близко изучили его. Далее апостол Павел прибегает к своей любимой метафоре. Христиане – это люди, которые сменили духовные одежды. 22 и 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины для апостола Павла это очень дорогой образ, образ переодевания. Он как бы говорит нам, немедленно переоденьтесь, христиане, отложите прежний свой образ жизни. Человека, который постоянно маскирует себя, который вот этими лохмотьями обольстительных похотей прикрывает свою сущность. Мы ведь все хотим выглядеть стройными и подтянутыми, но наше тело как бы враг наш. Сестры тут вчера обсуждали способы похудения. Я думаю, что всякие из нас смотрит в зеркало и что-то нам в себе не нравится. Ну, женщинам проще, у них есть косметика. Ее изъяны, по крайней мере, на лице довольно легко, так сказать, эм, убрать при помощи туши, э, карандаша, губной помады. А у мужчин изъяны заметнее. Но тоже придумали большие пиджаки, чтобы скрыть полноту. Придумали красивые галстуки, которые будут бросаться в глаза. Если, э, э, ну, то есть, мужчина придумал хороший парфюм, там, чтобы скрыть какой-то запах. И на самом деле, все это мне напоминает какой-то жуткий маскарад, потому что Бог-то видит наши дряблые мышцы, все наши, так сказать, э, Несоответствие духовное прежде всего. На тело то ему как-то э, все равно. Он не смотрит на лицо. Он смотрит в сердце. Мы и в духовной ведь жизни так себя любим приукрашивать. Мы можем изобразить на лице такую веру, что всем окружающим жутко станет. То есть э, мы такой, такую духовность на лице изобразим порой, что не, не подъедешь к нам. А Бог смотрит на все это и говорит: слушай, ну прекрати ты уже э, как бы вот себя замазывать. Ты лучше переоденься. Часто мы поступаем как безумцы. Там шел человек, упал в лужу, перепачкался весь. И вместо того, чтобы умыться и переодеться, идет там в магазин, э, тональным кремом грязь замазывает, там, э, вот эту вонь парфюмом пытается забить. Бог говорит: Умойся, переоденься. Это эффективнее, это приятнее. Апостол Павел говорит: вот в чем отличие. Если неверующий человек остается в этой одежде, и он себя маскирует, то христианин не боится предстать перед Богом гол как сокол, что называется, и сказать: Господи, я нуждаюсь в очищении, я нуждаюсь в новой одежде. И, конечно же, Павел говорит о том, что христиане постоянно совершенствуются. 23 стих. Обновиться духом ума вашего. Совершенствуется дух и ум наш одновременно. Мы учимся мыслить нетривиально, не так, как привыкли люди этого мира. Вообще нетривиальность мышления, оригинальность мышления в людях очень ценится. Говорят, что Нильс Бор, еще будучи студентом, любил решать задачи, которые ему задавали, не менее чем 20 разными способами. Существует даже история о том, как ему велели вычислить высоту здания при помощи барометра. Ну, есть общепринятое решение этой задачи: сбросить барометр, значит, с высоты здания, засечь время его падения и по формуле вычислить высоту. А, ну, нас, вроде бы само это решение нетривиальное, потому что барометр бросать, дорогостоящий прибор. Резерфорд, был, э, нильсбор при представил более 20 способов решения этой задачи, среди которых было и прикладывание барометра к стене, значит, и постепенное вычисление. Но самым оригинальным способом он считал такой. Подойдите к управляющему и скажите, господин управляющий, у меня есть хороший барометр. Я его вам подарю, если вы мне скажете высоту здания. То есть не прибегая к физике вообще, а просто к каким-то отношениям человеческим нетривиальность мышления всегда ценится так вот апостол павел говорит что вы должны обновляться духом ума вашего ваше мышление в духовной сфере должно стать нетривиальным не таким как у всех вы должны научиться видеть истинное богатство истинную красоту говорят что однажды владелец, богатый, ну, отец богатого семейства, решил, ну, своего сына научить дорожить тем, что они имеют. И с этой целью послал его в семью бедного фермера. Ну, чтобы показать, как бедно люди могут жить. И вот тогда бы сынок приехал и сказал, да, спасибо тебе, папа, за богатую жизнь. И вот когда сын вернулся, прожив там месяц в, се в семье бедных фермеров, Отец его спрашивает, как тебе понравилось путешествие? Сын говорит, очень понравилось. Ты увидел, насколько бедно люди живут? Он говорит, конечно, папа, увидел. Как мы все-таки с тобой бедно живем? Почему? Ну как же, он говорит. У нас дома, смотри, вот маленькая собачка, баллонка у мамы. А у них целых четыре здоровых собаки. Там, значит, они на улице живут. У них у каждой собаки свой дом, там, значит. А, у нас с тобой бассейн, а у них целая речка там, значит. А, у нас с тобой что, патио на заднем дворе, а у них горизонт. У нас фонари, а у них звезды. Видно звезды, первый раз звезды увидел. Поэтому спасибо тебе, что ты показал, в чем наша нищета и как богато могут жить люди другие. Я думаю, что умение видеть настоящие ценности ⁇ это привилегия христианина. Мы учимся с вами понимать, что счастье не в богатстве, а в жертвенности. Мы учимся понимать, что главное в жизни не здоровье, а вечная жизнь. Мы учимся понимать, что главное ⁇ это не обладать миром, а не дать миру обладать тобой. Мы учимся понимать, что мудро жить с Богом потому что без него жить вообще не получится. Мы понимаем, что спасение души важнее всех лекарств этого мира. Поэтому преобразуйтесь умом вашим. Живите с Христом. Итак, изберите благое, говорит Христос. О различии между христианами и нехристианами свидетельствует Господь. Различие между христианами и нехристианами свидетельствует жизнь неверующих. И об этом различии свидетельствует жизнь верующих. Некоторые христиане стремятся свести эту разницу к нулю. Другие всячески ее подчеркнуть и сказать, вот мы какие молодцы. Но не это главное. Главное, у нас разная судьба. Рай у верующих. И вечные муки у нехристиан. Поэтому ни в коем случае не сводите эту разницу на нет. Лучше приводите к Христу неверующих. Сделайте свой выбор в пользу истины в Христе. Не подражайте грехам этого мира. Живите со Христом. И да благословит вас Бог в этом. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.